Друзья, всем привет! Как всегда, у нас сегодня вроде бы нет такого холода, но ветер... Под 20 метров. Под 20, это точно. Вот. Ветер ужасный. Так, с утра я еще не ел, кстати. Эмиль завтракал, бутерброд с колбасой. Некогда, что-то как-то закрутилось в связи, не было времени позавтракать. А сегодня Эмиль ездил в город, женщина-мясница взяла икону, правда, всего за 300 рублей, я не буду обманывать, у нас нет выхода. Пришлось за 300 рублей ему отдать, потому что и как вообще без копейки мы не можем. Дала свой номер телефона. Или твой взяла, я не поняла, Эмилюш. Свой. А, свой дала? Это. И что она как сказала? Чтобы ты ей позвонил? Да. Хотела бы взять Казанскую и какую? Владимирскую? Про Владимирскую точно, вот про Казанскую подумать. А, Владимирскую точно, Казанскую подумать. А, которая женщина-мясница, она брала Ксению, да? Петербургскую. Когда-то давно, сколько времени лет назад? Года два назад, да? Хз, не знаю. Она брала Ксению Петербургскую. Это она сама уже сказала, потому что мы уже забываем, кто что брал. Естественно, столько, слава богу, хоть иногда даты сейчас берут. Вот. Ну а что теперь делать? Хоть так-то. Эмиль устал. Ну, он просто чисто доедет до рынка, и то он всегда устает, потому что автобус ждет час. Сегодня час ждал, Эмилюш? Чё ты закрылся-то? Поздоровкаться надо так нехорошо. У меня в глаза, короче, пыль была там, летела, у меня в глаза пыль залетела. Залетела пыль в глаза? Да нет, Рил, теперь глаз болит вот это. Раскрепощение, не стесняйся. Не. У тебя эти как брови так, как я не буду говорить у кого, вверх поднялись. Ну чё, нормальные брови, обычные, стандартные. Стандартные, как говорится. Что ешь, что не ешь, все равно не худеешь. Я, наверное, могу не есть неделю. Может, я вообще без еды могу жить. Хотите заноситься, упадешь через 2 дня. От гемоглобина понизится? Ой. Чё ты мне? А, еду. Я поняла. Этот знак означает, хочу кушать. Я рил, короче, хочу уже. Я устал. Какой не вызови, не задирайся. Я не задираю, ты мне тут понавесил. Хоть и календарик. А, Эмилюш, прибей вот сюда вот гвоздики. Ой, как их там? Гвоздиков. Шурупчики. У меня нету гвоздиков. Сделай. Я их выкинул все. Ну, сделай какие-нибудь шурупчики. Я сегодня себе это... Себе забрала эту. Эмиль на тоже новая, ничего нету. Как ее поддеяльник старенький тетя Галя отдавал. Я его выстирала весь как следует. Вот, и я себе его забрала, мне сегодня. А то та одеялка кольца, как не знаю что. Вчера ты еще забрала его. Да, вчера забрала, да, себе одел. А то та одеялка сильно кололась. Отжали у меня. Отжали у тебя, да, Эмиль, у тебя уже, я не буду говорить. Ну, может, как-нибудь вот тогда это. Ой, и пенсия 30 рублей. Господи, помилуй. Ой, не знаешь, куда тратить. И мясорубка нужна, это. Сегодня лежу, думаю, это. Мясорубка была бы. Я сейчас, вот, к примеру, я сейчас покажу. К примеру, вот фарш я достала сегодня. Как он называется этот? Он еще пока не доразморозился, он только сверху немножко разморозился. Этот, и фарш из индейки. Немножечко последний там кусочки хлебушка у меня какие-то, я там на терке попытался раскрасить. Лучку, у меня нет яиц. Добавлю еще сюда немного манки. Маночки еще немного. Сальцы. Ну, а больше у меня ничего нету. Вот, из того, что есть. А была бы сейчас мясорубка, я пыталась на терке сало немного потереть. Не могу, никак ничего не трется. Такое, как сказать, оно сырое и такое
как сказать, как жир, оно без прослойки, оно, ну, то ли мясо, то ли это как ее терка такая, ну, не трется, там чуть-чуть капелька потерла, трудно. Вот. А была бы мясорубка, я сейчас прокрутила сюда, добавила, котлетки были бы более такие. Ну, фарш индейки, он может немножко суховатый, правда, первый раз в жизни буду делать. Я не знаю. Вот. А это, в общем, насмотрелась у своих подписчиков, они знают у кого. А, как они делали. Ну, у меня, правда, кулич, кулич ведь не выкидывают. Вот. Как они делали это. А, картошку пирожные. Я на терке натерла кулич. Тут изюм, я знаю, много попадается, да. Вот. Ну, как натерла, так и натерла. Я что теперь могу? Вот. Кулич не выкидывают. Там было написано «Христос воскрес». Вот. Оставался. Он как бы подзасох. Это, вот. Пере, как ее, почти по кастрюле. Натерла, на терочке стояла. Да. Кое-как. Эмиль купил, вот, 300 рублей было. А уж рамы теперь, если закупать, то уж теперь там с пенсии хоть штучки 2-3. Это, молоко это приносили, какая-то помощь. Это он 60 рублей пачка купил, 60 рублей масло. Было 55, уже 60 стало. И то днем с огнем не найти уже теперь. Вот. Не знаю, что там еще-то нужно добавлять, уж толком все забыл. Это ванильный сахар. Это масло спасибо. Сгущенку-то я взяла. Это. Ванильный сахарку. Ну, я думаю, в принципе, кулич-то сладкий. Я думаю, сахар, наверное, не нужно добавлять. Сгущенку. Не надо чрезмерно, а то сгущенка сладкая. Кулич сам по себе сладкий. Ванильный сахар сладкий. Ну, какао. В общем, буду готовить так вот. А сегодня с утра это отбирала. Да, вот так вот, не знаю, что такое. Положила сюда колбаски, но они такие сочные, аппетитные, пахнут так. Они лопнули. Я отварила гречку. Да, и Милюш уже бежит, я знаю. Уже унюхал. Сейчас с майонезиком наложу. О, с майонезиком я гречку люблю. На, поснимай 5 секунд, только плику не снимай грязную. Сейчас сниму. Ба-да-ба. Ладно, там за свет, ну, там за свет был не видно. Так, сейчас. Я сейчас буду готовить. Но я не буду, я снимать это уже не буду. Я уже потом покажу, как там приготовилось. Да что, все знают, как готовить. Ну, что там? Так. Может, и поснимаю, не знаю. Видно, короче, будет. Режинь я фарш давала. Да, это. Так что она пускай тут сидит на ротаю. Можно без выражений. Вот, у нее тут осталось. Ну, Эмиль, ну не надо, тут откуда тебя несет, ты постоянно все снимать сидит. А, она просто тупанула, у нее не прогрузилась. Нет, там. Она просто уже больше половины съела и это. Гречку я всю, это, как ее, промывала, отбирала от этих, как их, вот от таких черных. Вот, как. Нет, не черные, как бочки какие-то такие. Там не знаю, сколько я отбирал долго, какие-то такие вот. Какие-то вот такие вот, как эти. Как. Листва, что ли? Нет, как каменные какие-то, такие, как бочки какие-то. Такие, как бочечки. Ну, черные они еще. Нет, они не черные, они под гречку цветом. Сейчас покажу. Ладно, на паузу поставь. Всякие какие-то вот такие вот, как бочечки. Я их отбирала. Вот именно вот тут гречку. Все как след отобрала, все. Все идеально. Молодец. А, правда, колбаска вот полопалась. Абсолютно на хорошо. Я люблю, когда лопнет. Вот такая вот. Такая вкусная, наверное, очень. А, извините. Не додали мне что-то. Еще гречку подложить? Не-не-не. Гречки целый казан. Не. Гречка вкуснятина, у-у-у. Что ж так глаз попал, даже не уходит теперь. А есть-то все равно хочется. Ой. Ну ешь, хочется, на здоровье, ешь. На здоровье ешь.
Я тоже вот худеть собиралась, и ничего, что-то первый же день забыл. Первый же день что-то я забыл. Так, ну все, а я приступаю к готовке. Или сесть пойду. Поешь. Не, не надо снимать. Ну все. Я в трусилях. Перекрестить. Приятного аппетита, на здоровье. Спасибо. Режим, не надо трогать ее. Да, она если будет орать и на нервы действовать, то выгони ее пока просто на улицу. Пусть погуляет. Потому что она поест, а что-то это... И вон не доела она фарш индейки. Мурлыкает. Мурлыкать. Им надо мурлыкать, им полезно. Не собака она, а кошка. Это собака. Нет. Пойду черныша своего. Так, как там нужно готовить? Туда нужно добавлять половину масла, какао, сгущенку, ваниль. Да и все это перемешать. А тут Эмиль еще купил за 20 рублей орешки, это для украшения. Тюмишунечка, не, меня не надо снимать. Я тебя не снимаю по эту, как ее, я только по... Тюмишунечка, там погода сегодня не гулять, я. Ветер листы снимает. А, откуда, от какого-то сарая или дома, как отлетел, короче, лист, там страшно было. Как загремыхало все. Ты не Ой. Жрёшь, так еще и не даешь никому. Вот наглая реально кушать чаешь. Да, действительно, сама не ест, а... И сама не ест, так еще и прогоняй. И ходит еще и другим орёт. Угу. Ешь, черныш. Кушай. Кушай, кушай. Ой, прости. Одевайся, пожалуйста. Умучу уже ходить это. Я в доме. Ну ладно, они как плавки, ладно, фиг с ним. Разукрашены. 18 плюс, да, тут светил. Нет, они... Хотя нет, 16. Они плащ. 16 должны. Как шорты. Вроде 16 даже, если не ошибаюсь. Ой, ну все, хватит, Эмиль. На YouTube так же, ты ж думаешь. Там ничего такого, шорты шорты. Хотя как вот кот руку дрючит, что-то не дали 18 плюс. Может, не надо об этом, пожалуйста? Ты нормальный или как, Эмиль? На паузу поставь, потом говори. Я тебе сейчас от... Как стоит, отругаю. Так, ну все, может капельку себе сейчас наложу все-таки. Наложишь. Немножечко. А я рыжину съедаю. Рыжину не надо съедать. С гречкой. Закусишь, что ли? Ой. Блин, а гречка медовая, Эмиль. Мед. Реально, да. Я сижу без интернета на компе. А почему? По качину, там вот я подключаю, все как раньше. Ну это за сим-карты МТС-ской, что ли? Да. А что такое? У меня желтый значок бьет на винде, типа подключен, но без доступа в интернет. А при том отлично сайт МТС работает. Желтый значок? Ну да, желтый треугольник с восклицательным. А и тут мам тогда, Санька, покушай. 783 без доступа к интернету. А. Это из-за этого страдаешь, что ли, так сильно? Да. Mm. Хочу съесть рыжину. Вот при том, вот сейчас бьет этот значок, но сайт МТС будет работать. Эта собака будет работать. Так, ну все. Черныш, он опять на улице собрался, Милюш. Никуда он не пойдет. Пойдешь или нет? Он хочет. Нет. Че ты нет-то, блин? Летит уже. Нет. Куда, собственно? Друг ты мой сидит. А че ты его домой-то сидишь? Домой, пускай в дом посидит. Все на улице рвется к заразным котам и кошкам. К заразным? Да, иди домой, сиди. Ой, че ты откуда какая-то вода тут разлилась? Он гулять любит. Гулять. Дом пусть это сидит. Так, ну все. Ну, вот такие вот дела, друзья. Алло вам. Все.
всем пока, всем хорошей погоды. Я уже устала от такой погоды. Мам. А? Не досолила. Не досолил капельку? Угу. А, ну. Не капельку. Не капельку. Ну возьми соль. Да ладно. Я сейчас отъеду. Нормально, почти что все нормально посолено. Не знаю, что мне не досолю. Ну подсоли немного. Сейчас подсолю. Иди, бери соль. Сейчас. Блин, наверное, просто гречки переборщить. Это, как его, полный казан. Я же как, хотел полпакет сварить, а сварил целый казанище. А в казане гречка такая распаривается. Такая еще... Сначала на большом более-менее огне, а потом на медленном. И она распадется. Бери сам соль. Так, ну все, друзья, всем пока. Буду сегодня готовить. Вот такие вот дела. Всем хорошей погоды, еще раз говорю. И себе тоже, хоть когда-нибудь. Вот, все, цветы хожу. Нормально. Срезаю. Не та 4, алло.